Не может быть! Это же тот самый новый моб в Майнкрафте! А почему он такой реалистичный? Лёня, спокойно, ты главное его не спугни. А чё, он может меня испугаться? Да-да-да, может. Ты посмотри на его шерсть, она же выглядит, как будто он реально находится у меня перед глазами, а не в Майнкрафте. Ладос, а что это он делает? Это он тебе цветочек подарил. Чего? Мне? Ага. Посмотри, какой цветочек, тоже реалистичный. Я думаю, что за это надо поставить лайк. А, Владос, это так мило. Конечно, я ставлю лайкосик. Но представь, что было бы с Майнкрафтом, если бы там был реалистичный Хэллоуин. Смотри, мы можем поставить вот такую обалденную тыкву. Обалдеть, Владос. А как так? А можно ее вырезать? Лень, ты зачем ее пнул-то? А? Она так катается смешно. Ну и что смешного? Ты дурак, что ли? Так, нет, только не наковальня. Давай, наковальня, раздавливай тыкву. Ё-моё, все. Минус тыква. Лёнь, ты дурак, я тебе сейчас дам по башке. Да чё, блин, зрители лайк поставили, можно же немного. Ну хватит баловаться, Лёнь. Смотри, сейчас ты удивишься. Чему удивлюсь? Ну, например, вот этому, как тебе? Вообще не удивлен. В смысле не удивлен? Это какой-то темный фиолетовый кот. И он еще и реалистичный. И чё? В смысле чё? Ладно, 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 тогда как тебе вон та тыква, которая стоит на подоконнике? Классно. Лёнь, тебе чё, ты не удивился, что ли? Хорошо, а это... Это чё? Ну, это ведьма, кажется. Очень похоже на носатого, если честно. Но ведьма выглядит просто безумно. Что это за странное сооружение такое? Владос, ты подожди. Сейчас я кое-кого призову. Нет, Лён, не вздумай, пожалуйста, не надо этого делать. А, как тебе? Чего? Это вообще что? Почему это яйцо? Оно так переливается и красиво светится. А, Владос, смотрите, сейчас будет. Та-бам! Обалдеть. Стоп, это что, реалистичный дракон? Да, Владос, ты что, сразу не понял? Офигеть! Выглядит максимально эпично, настолько, насколько это просто возможно. Ёлки-матрешки. Смотри, в чем прикол. Есть, значит, обычный блок льда, но... Стоп. Что? Владос, там аксолотль внутри! Это правда так, смотри, он сейчас вылупится, но сначала нужно поставить лайк. Владос, я уже поставил! Обалдеть, он классный! Согласен, Лёнь, он так мило выглядит! Но и немножко крипово одновременно с этим. Чего? В смысле крипово? Давай его в ведро забираем и пошли отсюда. Не-не-не-не, Лёнь, стой! Да чё, давай его отнесем в этот реалистичный портал! Нет, Лёнь, давай, пожалуйста, не в портал, там же будет реалистичный ад, реалистичный огонь, не вот это все. Может, договоримся? Хорошо. 20 тысяч лайков, и я туда не захожу. Нет, Лёнь, ну это слишком много, не нагрей. Все, тогда захожу, пока. Нет. Блин, дебил шоколадный. Ё-моё. Это чё? Реалистичный ад. Если честно, не сильно реалистично. Как это выглядит в обычном Майнкрафте? Ну, обычная кольчужная броня. Ну, 0% реалистичности, абсолютно. Владос, предлагаю добавить пару процентиков. Давай, 25%. Что будет? Окей, давай-ка. Вот так вот. Ага, видал? Офигеть, Владос, это что такое? Лёнь, это 25% реалистичности. А почему только 25? Что будет, когда будет 50? Сейчас, Лёня, и узнаешь. Так, мы немножко еще добавим щепоточку нашей реалистичности. Ну и сразу станет 100. О, видал? Офигеть, Владос! Это же настоящая кольчуга! Я бы хотел сыграть в такой Майнкрафт! Согласен, Лёнь, я бы тоже. Ребята, напишите в комментариях, если бы вы тоже хотели бы поиграть в такой Майн. Посмотрим, сколько нас. Лёнь, я думаю, что нас будет много. Это же просто офигеть, как классно! О, интересно, есть ли у нас тут профессионалы в Майнкрафте? Напиши в комментариях, как его зовут. Владос, это ж Спрут! Ну нет, Лёня, тут как раз таки не совсем. Смотри, если бы он был реалистичный, как он светится, это просто что? Владос, так это всего лишь 25% реалистичности. Да, в том-то и дело, он как мягкая игрушка, и почему-то он рассыпается, из него идет слизь или слайм своими руками, я не знаю, что это, выглядит очень странно, но реально очень похоже на обычную реальную жизнь. А, Владос, а если добавить еще немножко реалистичности, то тогда будет 75%, и посмотри, что произойдет, сейчас он его сплющит, вот прям через люк, ну нет, ну пожалуйста, не делай этого! Блин, ты дурак! Ты зачем Спрута сплющил? Владос, это не Спрут. Я знаю! Лёнь, это я тебя первый поправил! Так ты зайди в комментарии-то прочитай, там ребята написали, кто это. Ой, Лёнь, все, давай не умничай, я 100% реалистичности! Смотри, что происходит! Нет! Это выглядит реально немножко странно! Владос! Мне его жалко стало! Ой, Лёнь, не ной, а! Как не ныть-то? Стоп! Погоди-ка, Лёнь, тут написано... Место для спавна Хаги-Ваги. Нет, нет, нет! Только не это!
Да, только это. Нет, чувак, стой, не надо этого делать. Нет, он наливает реалистичную воду. Хорошо, он бросает туда лазурит. Ну все, сейчас он все испортит полностью. Да, ладно, это будет шикарно. Сейчас исполнится хаги-ваги. Но только когда вы поставите лайк. Ставьте лайк. Да, может вы не будете ставить лайк. Зачем нам здесь этот реалистичный хаги-ваги? Я не хочу, чтобы... Нет, ну все, процесс уже необратим. Нет, все пошло, смотри. А, все, ничего не будет. О, нет, кажется, что-то будет. Ха, это всего лишь лазуритовый блок, все. А, нет, ладно, смотри дальше. Опа, видал? А, смотри, хагич. Он еще и вместе с кисимейсей заспавнился. Обалдеть, как это классно выглядит. Смотри, сейчас рубрика эксперименты. Ну, вы видели, как это делается в обычном Майнкрафте. Вот как в необычном. Офигеть. Смотри, даже пузырики пошли так же, как и в Майнкрафте. Просто че? Как они это делают? Многие пишут в комментариях, что это монтаж. Да, это шиномонтаж, Владус. А какой шиномонтаж? Да... Короче, я не верю, что это прям совсем монтаж. Возможно, это какой-то мод. Напиши в комментариях, как ты думаешь, монтаж это или нет. Я думаю, да. Лень, вот давай проверим потом. В комментариях 100% напишут, что ты не прав. И это 100% какие-то моды. Погоди-ка. Что? Ладно, я активировал реалистичность, смотри. Ё-моё, да ладно. Оно крутится, вода реалистичная. Что происходит? Как? Каким образом? Я хочу поиграть в такой Майнкрафт. Получится ли окрасить реалистичную воду? Давай попробуем. Что? Это как бомбочка для ванны. Выглядит просто сногсшибательно. Ладно, он покрасил в 2 цвета. Осталось еще примерно, ну, 3-й цвет. Давай посмотрим, будет ли 3-й цвет работать. Офигеть. Вода, правда, стала мутная. Ладно, сказать, из-за чего вода мутная стала. Не надо. Оставь эту историю при себе. Смотри, пушистая, настоящая пчела. Укуси меня, пчела, Владус. Лень, вот тут согласен с тобой на самом деле. Если бы такие летали в Майнкрафте, я бы, наверное, в него все-таки не зашел. Владус, что, боишься, да? Ой, ладно, Лень, тебе чё боюсь-то сразу? А Владус боится. Так, ну все, отстань. Ничего не боюсь. Поставь лайк, если бы не испугался зайти в такой Майнкрафт. Это же мед. Он тоже стал реалистичным. Кажется, этот Майнкрафт... О, нет. Кажется, ему хана. Прямо сейчас каждый, кто смотрит этот ролик, обязан подписаться на канал за такой интересный реалистичный Майнкрафт. Ты чё совсем? Бешеная лошадь. Ха-ха, давай, лошадь, мочи весь Майнкрафт. Так, Лёнь, ну не надо, подпишись прямо сейчас на канал и посмотри предыдущее видео. Там было очень интересно, ведь там я немножко поиздебался над Лёней. Чего ты Владу сказал? А, нет, ничего, в том видео я абсолютно ничего не делал, абсолютно. Смотри скорее прямо сейчас, пока.